В Мексике несколько раз взорвался действующий вулкан Попокатепетль, он выбросил вулканическое вещество и пепел в воздух. Мощный взрыв попал на видео. Два дня подряд проявляет активность мексиканский вулкан Попокатепетль. Извержения взрывного характера произошли в 1 час 53 минуты по местному времени 10 мая и в 5 часов 26 минут 11 мая. Ближайшие населенные пункты уже накрыло пеплом. Вчера, 11 мая, взрыв из раскаленной лавы, дыма и пепла поднялся над жерлом на высоту 6700 метров. Местным жителям порекомендовали не приближаться к кратеру. Вблизи вулкана объявлен желтый уровень опасности. Затем, как только вулкан выбросил мощный столб пепла, население из прилежащих районов начали эвакуировать. Отмечается, что извержение происходит уже несколько дней. Согласно мониторингу, проводимым Национальным центром по предотвращению катастроф совместно с Национальным автономным университетом Мексики, за последние 48 часов зарегистрировано 178 выбросов из вулкана, но самых мощные взрывы произошли 10 и 11 мая 2023 года.